мы переходим к следующему докладу. Это Евгений Смирнов из Альфы. Женя, давай. Готовьте вопросы, друзья. Судя по всему, пора обновить фотографию. Это действительно я. Итак, давайте перейдем к докладу. Кредитный скоринг является традиционно очень консервативной областью, и там используются очень простые модели по типу логистической регрессии в силу интерпретации. Но в Альфа-банке все давным-давно уже не так. Мы совершили революцию в кредитном скоринге и уже обрабатываем терабайты данных при помощи нейронных сетей. Сегодня я вам расскажу, зачем нам это нужно, как мы к этому пришли и какие результаты это дает банку. Но сначала давайте познакомимся с аудиторией. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хоть раз сталкивался в своей жизни с кредитным скорингом. Ага, не все подняли. У меня для вас есть некая тайна. Вас на самом деле ваш банк скорит на регулярной основе, и вы узнаете сегодня зачем. А теперь поднимите, пожалуйста, руки, кто из банков. Отлично. Этот доклад вам будет полезен для того, чтобы узнать, как трансформировать кредитный скоринг вашей организации. А теперь поднимите руки, кто хоть раз строил нейронную сеть своими руками. Лес рук. Видимо, чат GPT нам тут помог. Но не обманывайтесь, если вы писали только промпт. Соответственно, для вас этот доклад будет полезен тем, что вы узнаете, как можно использовать нейронные сети финтехи, а не только для хайповых задач, типа обработки текстов, картинок, видео, аудио и так далее. С аудиторией познакомились. Теперь пару слов о себе. Меня зовут Евгений, я руковожу лабораторией машинного обучения. Но так было не всегда. Сначала я закончил физтех по направлению интеллектуального анализа данных. Затем успел поработать на линейной позиции в Тинькофф. Через полтора года я успел стать тимлидом, дорастил свою команду до 10 дата-сайентистов. Затем перешел в Альфу в составе команды из одного человека делать революцию в кредитном скоринге. Она успешно прошла. Я стал руководителем лаборатории машинного обучения. Теперь мы не только зарабатываем банку деньги, но и улучшаем сервис для клиентов. Со мной можно связаться и в офлайне после выступления, но также меня можно найти и в онлайне в LinkedIn, можно найти меня в соревнованиях по анализу данных, какие-то статьи можно почитать на Хабре от меня и даже можно найти в рейтинге Forbes. Итак, о чем сегодня пойдет речь? Сначала я вам расскажу о постановке задачи кредитного скоринга, затем расскажу, как он эволюционировал в Альфа-банке, потом мы поговорим о данных для кредитного скоринга, потом уже перейдем к нейронным сетям. Я расскажу подробно о тех архитектурах, которые мы используем в продакшене. Вы узнаете, как эти архитектуры можно эффективным образом обучать. Расскажу, конечно же, об основных результатах, о том, как устроен наш продакшен и о планах на будущее. Итак, начнем с постановки задачи кредитного скоринга. С бизнесовой точки зрения задача звучит так. Банк хочет научиться определять, если он клиенту выдаст кредит, то вернет он его, либо нет. Банку понятно, почему это интересно, потому что он не хочет возвращать деньги, он не хочет давать деньги тем, кто их не вернет. Тут экономика очень простая. Но у клиента есть даже сразу три мотивации. Первая мотивация. Банк по-отечески о вас думает, и если вы не способны удовлетворить обязательствам, то он вам кредит не дает. Но, конечно, вам в таком случае приходится идти в МФО, если вам кредит очень нужен. Вторая мотивация для клиентов – это зрелость кредитной политики банка. Если банк выдает кредиты по зрелой политике, то он не разорится и ваши вклады не сгорят. И третья мотивация – посмотрите на процентную ставку. Она состоит из трех ключевых факторов. Первый фактор – это ставка Центробанка. Второй фактор – это маржа банка. И третий фактор – это риск-кост. Соответственно, если кто-то не платит за кредит, то по экономике продукта платите за него вы. Давайте рассмотрим задачу поподробнее. Для этого рассмотрим пятерых клиентов. Майка, Джека, Лэри, Кейт и Вильяма. Надеюсь, с произношением все было хорошо. И также надеюсь, что таких клиентов нет в зале. Если кто-то есть, и я его назову ненадежным заемщиком, то, пожалуйста, поднимите руку, я извинюсь. Будем считать, что банк по какой-то схеме научился оценивать вероятность невозврата кредита. И после того, как он всех уже научился оценивать, ему нужно проводить черту
после которой он кредит не выдает, ну и, соответственно, до которой он кредит выдает. До черты мы называем клиентов надежными заемщиками, после черты называем их ненадежными. И тут перед дата-сайентистами стоит амбициозная задача — прогнозирование будущего. Так именно говорят журналисты, когда рассказывают про Data Science Hackathon. Мы на самом деле предсказываем будущее, но делаем это с погрешностью, в отличие от Ванги. И, конечно же, нужно поговорить о метриках качества, которые мы используем для оценки наших моделей. Как вы могли заметить, нам нужно разделить хороших клиентов от плохих, то есть отранжировать их. Ну, подобно тому, как Яндекс выдает вам поисковую выдачу, нам нужно отранжировать всех клиентов и понять, где проходит та черта, где мы клиенту кредит выдаем, а где не выдаем. Для этого мы используем метрику Gini. Она показывает то, насколько правильно упорядочены пары тех, кто кредит вернет, и тех, кто не вернет. Давайте рассмотрим на примере. У нас будет две модели, одна идеальная, другая плохая. Будем считать, что мы оцениваем результаты модели уже на ретро-данных, то есть тот факт, вернул нам человек кредит либо нет, уже известен. В первом случае, в случае идеальной модели, у нас есть некая монотонность. Чем выше вероятность невозврата кредита, тем больше людей, которые его не вернули. В случае плохой модели у нас получается следующая история. Вне зависимости от того, высокая вероятность либо низкая вероятность, могут быть клиенты, которые нам кредиты вернули и не вернули. И на примере слайда видим, что тут такая болтанка происходит, и модель на самом деле, получается, не умеет ранжировать клиентов на самом деле. Те, кто занимается анализом данных, могут спросить, а есть же такие классные модели, ой, такие классные метрики, как Precision, Recall, F1 для задачи бинарной классификации. Они ведь, на них тоже можно смотреть, почему они не подходят. Дело в том, что макроэкономика может меняться стремительно. Например, вспомним ковид. В случае ковида банку нужно было делать так называемые закрутки. Это не что-то запрещенное. Закрутка в кредитном скоринге означает то, что банк выбирает более консервативную политику и теперь выдает кредиты под меньший уровень риска. А если банк делает раскрутки, то он делает наоборот. То есть он хочет захватить какую-то долю рынка и теперь готов выдавать более рискованные кредиты. Теперь поговорим, как улучшение моделей кредитного скоринга влияет на бизнес. Улучшение модели влияет на два фактора. Первый фактор — это количество выдач. Второй фактор — это уровень риска. Соответственно, мы можем фиксировать один параметр и варьировать другой. Если мы зафиксируем количество выдач, то, очевидно, мы снизим риск при повышении качества ранжирования. Это настолько очевидный кейс, что я его даже не поместил на отдельный слайд. На слайде представлен второй случай, когда мы фиксируем уровень риска и варьируем количество выдач. Давайте посмотрим внимательно. На слайде представлены две модели. Мы видим, что модель 2 лучше. Почему? Потому что зеленые клиенты — это те клиенты, которые кредиты нам вернут. Они находятся по модели 2 сильно выше, чем по модели 1. Вы видите, что зеленые клиенты во втором случае они выше. Соответственно, фиксируя уровень риска, у нас может вырасти количество выдач. И таким образом мы можем посчитать на самом деле чистый операционный доход от внедрения модели. И в данном случае на примере мы видим, что и слева, и справа количество клиентов одинаковое. И модель 2 по сравнению с моделью 1 позволяет на 25% выдавать больше. Соответственно, чтобы посчитать чисто операционный доход, нужно взять доп. Выдачи, умножить их на маржинальность одного продукта и так посчитать эффект. Зачем я вообще об этом рассказываю на хайлоуд? Чтобы совершить революцию в кредитном скоринге, нужны очень сильные аргументы для бизнеса. То есть снижение риска — это все хорошо, но это интересно тем, кто работает в рисках. А бизнесу интересно зарабатывать деньги. Поэтому вне зависимости от того, банк использует улучшение модели по первой либо по второй схеме, нужно использовать такую аргументацию для защиты финансовых эффектов. Вот. И когда вы научились считать финансовый эффект, вы вряд ли найдете в коммерческой организации такого топ-менеджера, который не захочет увеличить чисто операционный доход банка. Это всегда можно использовать в качестве железобетонного аргумента. Теперь поговорим о том, как трансформировался кредитный скоринг в Альфа-банке. В далеком 2000 году все было на ручном приводе. Соответственно, вы приходили в банк, там сидел специально обученный человек, вы в бумажном формате заполняли анкету, человек оценивал ваш скорбал, мыслил примерно так. Если
у вас есть семья, то это плюс. Если у вас есть стабильная работа, это тоже плюс. Если у вас есть судимость, это минус. Примерно такого уровня были признаки. В 2005 году мы начали использовать уже машинное обучение. На самом деле логистическая регрессия тоже нейронная сеть, но очень простая. Но мы все-таки считаем, что это классические методы, а не нейронные сети. Вот. И на тот момент мы начали использовать статистику. И на основании статистики, которая получалась из анкеты, мы научились строить модели по типу логистической регрессии, которая также линейным способом для каждого фактора получала некие скорбаллы. Эти скорбаллы складывались, если объяснять на пальцах. И таким образом принималось решение, выдавать кому-то кредит либо нет. Затем за 10 лет банк начал накапливать большое количество данных. Ну, во-первых, появились мобильные телефоны, люди стали чаще платить картами, появилось бюро кредитных историй, и у банка появился, помимо кредитной истории, дополнительный источник данных. Это данные по клиенту, которые накоплены в банке. Соответственно, данных стало очень много, и модели с большим параметром, например, такие как градиент и бустинг, оказалось, что стали работать сильно лучше. То есть в градиентном бустинге используется порядка десятков тысяч параметров при принятии решения. В логистической регрессии используются просто десятки параметров. Затем в 2019 году начала зарождаться лаборатория машинного обучения. Все в банке знали, что есть какой-то хайп вокруг нейронных сетей, нужно как-то их применять в банке, но никто не знал, зачем. Как раз наша команда ответила на этот вопрос. На данный момент у нас в банке уже сложные источники данных обрабатываются нейронными сетями, и сейчас нейронные сети являются основным классом моделей в принятии решений. Сейчас у нейронных сетей вес 70%. За счет внедрения нейронных сетей мы улучшили метрики качества кредитного скоринга на 9 процентных пунктов Gini. Это нам стоило новых вызовов, нам пришлось докупить железо, нам пришлось научиться нанимать более квалифицированных дата-сайентистов и еще лучше мониторить модели на их стабильность. Теперь поговорим об источниках данных. Вы помните, что для больших моделей нейронных сетей, которые обучают внутри себя сотни тысяч параметров, в лучшем случае нужно иметь большое количество данных, чтобы все эти параметры выучить. Перечислим, какие основные большие данные есть в банке. Это всевозможные транзакции, раз. Дальше. Это кредитная история клиента 2, различные логи с сайта и мобильного приложения. И банк очень часто коммуницирует с клиентами, и клиент с банком. Это последний тип источников данных. Если посмотреть на карточные транзакции, например, то у нас в банке ежегодно собирается порядка 5 миллиардов транзакций по всей клиентской базе. Но это уже можно называть модным хайповым словом big data, либо big data, если хотите правильное произношение, я надеюсь. Теперь перейдем от источников данных к построению модели. Если вы хотите дать заем своему другу, то что первым делом вы сделаете? Вы, скорее всего, сходите к другим его знакомым, спросите, а раньше у вас этот друг брал кредит, а если брал, то возвращал либо не возвращал, и как он себя раньше вообще вел? Там были у него просрочки по платежам, не были. Когда банк выдает кредиты, он, соответственно, идет в такое хранилище, называется бюро кредитных историй. Там, по сути, вся эта информация содержится, что, где, когда и на какую сумму брал человек в качестве кредита, были у него просрочки по платежам, либо не были. Следующий источник данных, который говорит о платежеспособности потенциального заемщика, это его транзакции. Банк знает, что, где, когда и на какую сумму вы приобретали. В некоторых случаях он даже знает состав чека. А если вы делаете переводы юридическим лицам, например, за оплату крупных покупок, таких как недвижимость, либо автомобили, либо платье за обучение, лечение, либо за ремонт, вы это делаете переводом по расчетному счету, банк такие транзакции тоже умеет анализировать. Это второй крупный источник данных. И третья история — это абьюзинг поговорки «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Соответственно, если в вашем окружении очень много людей, которые кредиты не возвращают, то, скорее всего, вы тоже его не вернете. Как можно устанавливать эти связи? Первый самый надежный тип связи — это поручительство по кредитам. Если кто-то за вас поручился, скорее всего, вы очень близко с ним знакомы, либо имеете какое-то на него влияние.
Вот. И, скорее всего, вы либо близкие родственники, либо очень хорошие друзья. Следующий способ – это анализ переводов между физическими лицами. Вы можете переводить деньги маме, можете переводить деньги вашему любимому продавцу на рынке за вашу любимую клубнику. Это тоже все можно анализировать. Дальше – это всевозможные акции «Приведи друга» и работа в одной организации. Скорее всего, внутри организации у вас кредитный рейтинг похожий. Итак. Все источники данных, которые я перечислил, они обладают последовательной структурой. То есть транзакции это данные по транзакциям – это последовательность ваших покупок. Данные по бюро кредитных историй – это последовательность ваших платежей либо неплатежей, соответственно. И получается, что на вход по клиенту у нас есть большое количество последовательных данных. Если мы работаем с классическими методами машинного обучения, то нам нужно начинать придумывать на временных рядах, как мы будем строить признаки. Давайте вместе подумаем на примере транзакций. Первое, что в голову придет, скорее всего, если у клиента есть деньги, он часто тратит, то, наверное, по нему риск будет пониже. Вы придумаете средний чек. А затем вы зайдете в мобильное приложение, вы посмотрите, что есть некая категоризация по MCC-категориям, потом вспомните, что ага, а что сейчас крутят по телевизору, ставки на спорт чаще всего. И, соответственно, вы можете придумать признаки по различным категориям трат клиента. Затем можно подумать следующее, что, наверное, если человек давным-давно ставил на спорт, а уже не ставит, то, наверное, это тоже какой-то важный признак. Вот после того, как какой-то сет признаков вы придумаете, вы закинете его в ваш классический метод, например, градиентный бустинг, random forest, логическая регрессия и так далее. Затем итеративно будете придумывать новые признаки, обучать, новые признаки обучать, новые признаки обучать. Ну, вы поняли. То есть нужно придумать очень много признаков и протестировать их всех в каком-нибудь классическом методе. Но если вы используете нейронные сети, то вам не нужно больше придумывать признаки. Вам нужно понимать, какие архитектуры подходят под ваш источник данных. И, как показывает практика, все вот эти признаки придумать невозможно раз, и правильно их агрегировать при помощи классических методов тоже не очень хорошо получается, иначе нейронные сети не работали бы лучше. Теперь поговорим о том, какие архитектуры мы используем для решения этой задачи. Итак, на вход у нас есть некая последовательность событий. Нам нужно построить нейронную сеть, которая будет решать задачу бинарной классификации, то есть отвечать на вопрос, вернет человек кредит, либо не вернет. В общем случае нам нужно для каждого элемента последовательности придумать некий эмбеддинг, либо некое векторное представление. А затем эти данные закинуть в какую-то модель, которая умеет работать, в какой-то слой, который умеет работать с последовательной архитектурой, и в end-to-end режиме обучить ее. Кажется, это нам что-то напоминает. Например, когда вы ищете курсы по диплёрнингу в Яндексе, то происходит то же самое. Для каждого слова получается embedding, он обрабатывается какой-то архитектурой для работы с последовательностью, и затем используется ранжирующий лосс. Соответственно, можно взять все архитектуры, которые есть в NLP, и переиспользовать их для домена последовательности. За одним исключением. У нас каждый элемент последовательности является не словом, а целым вектором. В векторе содержатся как категориальные признаки, так и вещественные признаки. Вещественные признаки можно легко перевести в категориальные методом бакетизации по 20 квантилям, например. Затем, получив эмбеддинг для каждого из признаков, можно их законкатить просто, и таким образом у вас получится эмбеддинг для транзакции. Давайте посмотрим на самую элементарную архитектуру с использованием рекуррентной нейронной сети. На вход у нас эмбеддинг, дальше рекуррентная сеть, потом мы берем последний hidden state, накидываем на него несколько полносвязанных слоев и обучаем на задачу бинарной классификации. В такой парадигме у нас качество будет не очень высокое. Мы можем эту архитектуру улучшить, например, использовав двунаправленную рекуррентную сеть. Далее мы можем обратить внимание на то, что мы используем из рекуррентной сети только последний выход. Давайте использовать сразу все.
Но тогда у нас повысится размерность, и чтобы ее снизить, нужно использовать различные пулинги, например, Max и Average Pooling. Далее вспомним архитектуру по типу ResNet. Она помогает регуляризировать вашу сеть. Сделаем похожую архитектуру, добавив, пробросив Average и Max пулинги из слоя эмбеддингов. Ну, это у нас первый тип регуляризации. Давайте раскрутим регуляризацию. Например, вспомним ее из классических методов. Это L1 и L2 регуляризация. Это тоже повысит наше качество. И последний, но очень важный способ, как можно улучшать качество сдачи кредитного скоринга. Нужно вспомнить о том, что ваша выборка собирается за продолжительный период времени. Обычно это 3 года. И, соответственно, когда вы учитесь на исторических кредитах, которые выдавали 3 года, у них вес должен быть меньше, чем у тех, которые выдавали совсем недавно. Что очень разумно, это тоже улучшает качество, как показывает практика. Теперь поговорим о том, как эти все модели можно учить быстрее. Вот, если вы помните, доклад называется «Обрабатываем терабайты данных в кредитном скоринге», вот они появились. Откуда они берутся? Если посмотреть только на транзакции, то у нас получается 2 миллиарда транзакций, это примерно пол терабайта данных. Это, на этих данных модели учатся порядка 10 часов. И на этапе инференса у нас данных становится в 2 раза больше, потому что мы собираем данные по всем клиентам. Это уже как раз получается терабайт. В случае кредитных историй получается аналогичная история, чуть поскромнее в 2 раза, но порядок остается тот же. То есть в целом данных очень много получается, и мы хотим, чтобы модели работали очень быстро, и иначе нам нужно будет переинвестировать в закупку железа. Как с этим можно жить? Давайте посмотрим на примере транзакций. У нас есть различные клиенты, например, Иван, Олег и Дима. По Ивану очень много транзакций, мы о нем много знаем, поэтому он такой жирненький. По Олегу мы знаем чуть меньше. Дима всего совершил 10 транзакций за последний год. Когда мы обучаем нейронные сети, важно, чтобы у нас тензоры внутри батча были одного размера. Поэтому, чтобы обучать на 3 таких клиентов, нужно падить. Соответственно, в нейронных сетях это значит, что вам нужно будет добавить некое количество нулевых элементов. Если вы берете Ивана, то вам нужно добавить 0 нулевых элементов. Если вы берете Олега, то вам нужно добавить 900 нулевых элементов, а в случае Димы 990. Но давайте вспомним, что каждая транзакция — это не слово, а целый вектор. Он состоит из 20 признаков, и в результате вы добавляете порядка 20 тысяч нулей, и это не очень хорошо. Как с этим можно бороться? Первый способ — это использовать PackSequence из Torch. Torch — это библиотека для построения нейронных сетей. Но у этого метода есть минус. Он плохо работает с CUDA-NN-реализациями. Давайте посмотрим на распределение. Количество транзакций клиентов и долю таких клиентов. Мы видим, что у нас очень много клиентов, совершает не так много транзакций, и отсюда можно сделать следующий вывод. Надо вспомнить, что внутри бача только должно быть одинаковое количество транзакций. Соответственно, мы можем сгруппировать всех клиентов по длине транзакций и делать бачи так, чтобы внутри одного бача были клиенты сконцентрированы с примерно одним количеством транзакций. Это позволяет нам не так сильно падить. Мы в итоге можем учить модели в 3 раза быстрее. Мы добавляем сильно меньше нулевых транзакций. Раньше это было 95%, сейчас это всего 10%. И как результат мы можем проводить все больше и больше экспериментов. Чем больше экспериментов, тем лучше итоговое качество. Теперь поговорим о результатах. Сегодня я вам рассказывал о том, что у нас в продакшене используются нейронные сети на сложно структурированных источниках данных, но рядом есть еще хорошо положенные табличные данные, которые используются табличные данные в плоской структуре. Для них state of the art решением по-прежнему является градиентный бустинг. Соответственно, на них нужно продолжать строить градиентный бустинг. И
У нас есть два направления. Одно занимается нейронными сетями, другое использует градиентный бустинг. Эти команды работают у нас независимо. Это очень удобно с точки зрения разработки, с точки зрения внедрения, с точки зрения мониторинга. А затем мы их смешиваем при помощи логистической регрессии. Теперь поговорим об основных результатах. У нас на момент 2022 года в продакшене было 3 нейронных сети и 1 градиентный бустинг. Как показывают результаты, нейронные сети втроем лучше, чем 1 градиентный бустинг. Несмотря на то, что градиентный бустинг использует в том числе и транзакции, и данные БКИ, а поверх градиентного бустинга мы добавляем 6% пунктов Gini. Это на состояние 2022 года. В 2023 году мы добавили все больше источников данных. Мы добавили чеки операторов фискальных данных, социальные связи клиентов, некоторые табличные признаки и научились смешивать нейронные сети по-новому. То есть раньше мы это делали при помощи логистической регрессии, теперь мы это делаем на уровне эмбеддингов. Смешивание на уровне эмбеддингов нам добавили 2 дополнительных пункта Gini, и сейчас нейронные сети поверх бустинга дают 9,5% пунктов Gini. В результате, с точки зрения моделей, мы повысили качество ранжирования. С точки зрения бизнеса мы зарабатываем дополнительно более 1 миллиарда чистого операционного дохода каждый год. Мы дополнительно отказались от части внешних источников данных, и тот подход, который мы разработали, он хорошо переиспользуется для других банковских core business задач. Например, это склонность и отток. А теперь поговорим про продакшн. В продакшене у нас работает большое количество нейронных сетей. Все вместе они отрабатывают примерно за день. В пике мы используем дискового пространства примерно 1,5 терабайта. На Hadoop'е мы используем 300 CPU на этапе предобработки и чуть больше 1 терабайта оперативной памяти. Мы проходим следующий этап. Это сбор данных, предобработка их inference-модели и записываем результаты в хранилище. В итоге нам на вход приходит 1,5 терабайта данных. Мы их сжимаем до 1 гигабайта и в результате можем для каждого клиента сделать решение, спрогнозировать тот факт, если мы ему кредит дадим, то вернет он его нам либо нет. Теперь немножко про историю. Расскажу, как это все, вся история эволюционировала. В 2020 году мы внедрили первые нейронные сети в продакшн. Как у первопроходцев, у нас были проблемы, не было никакого сервера, нам его пришлось найти. Сами организовали продакшн стенд. Мы занимались как и внедрением, так и поддержкой ETL-процессов, так и поддержкой инфраструктуры и мониторингом модели. Самый красноречивый пример — это отсутствие интеграции. У нас не было ее 1,5 года, и поэтому мы раз в месяц ручками передавали файлик по почте. Да, именно так работал скоринг в самом крупном частном банке в России. Но ничего не упало за этот промежуток времени. Мы взяли на себя ответственность, и благодаря этому мы перешли в полноценный прод. Сейчас у нас есть выделенная среда исполнения моделей. У нас 3 контура. Помимо продового, это тестовый и нагрузочный контур. Дата-сайентисты занимаются разработкой и внедрением моделей. Поддержка ETL занимаются дата-инженером. Поддержка инфраструктуры MLOps. А мониторингом выделенная команда. Так получилось, что те модели, которые мы разработали в критном скоринге, они заходят во все бизнес-направления для всех сегментов бизнеса и для всех core бизнес-задач. Напомню, это помимо критного скоринга склонность и отток. Получается так, где не построишь нейронную сеть, она хорошо работает и увеличивает качество существующих решений. И что же делать дальше? Наверное, нужно нанять больше людей. И нас должно было бы быть не 20 человек, а 120. По такому пути идут некоторые компании, но в силу того, что ресурсов у нас было немного, у нас разработка нейронных сетей стала уже некой рутиной. То есть когда вы строите нейронную сеть на одном из источников данных, которые я перечислил, первое время это очень интересно, но затем это становится некой рутиной, и с рутиной надо бороться. Очевидный способ — это нанять новых людей, им будет не рутинно, и они будут счастливы. Но это не наш подход, если вы посмотрите на картинку справа. Наш подход — это переход на сервисную архитектуру. То есть если мы что-то уже хорошо отладили и
моделька строится запуском Jupyter ячеек, запуском ячеек в Jupyter ноутбуке, то мы можем перевести это на сервис, который на вход принимает обучающую выборку, на выходе строит модель под конкретную задачу, деплоит ее в продакшн, и в итоге мы таким образом масштабируем нейронные сети на все сегменты бизнеса, на все задачи бизнеса, повышаем покрытие и избавляем дата-сайентистов от рутины. Какие у нас остались вызовы? Извините. Важно, что сейчас мы этот сервис разрабатываем. Он у нас точно получится, потому что мы его назвали именем жены руководителя команды. Теперь им можно заниматься вне урочное время без нареканий. Да, какие вызовы у нас остались? После того, как мы разработаем сервис, нам нужно его масштабировать на все ключевые задачи банка. Дальше, за счет того, что будет все унифицировано, мы сэкономим на железе как на этапе работы с базой данных, так и на этапе разработки моделей. Дальше мы все данные сегрегируем в одном месте, все задачи сегрегируем в одном месте, поэтому мы с точки зрения машинного обучения можем пойти в мультитаргет и делать наши модели еще лучше. И дальше добавлять все новые и новые последовательные источники данных в эту модель. И последний очень важный пункт. Очень часто дата-сайентистов ругают за то, что они вроде как и недоразработчики, если они работают в бизнесовых направлениях, то они еще и недоресерчеры. Ну вот мы как раз от этого уйдем. У нас будет два направления. Одно направление будет улучшать сервис, то есть ребята станут полноценными разработчиками, раз. А второе направление будет заниматься исследованиями, то есть мы станем полноценными исследователями. Вот такая трансформация нас ожидает в ближайшее время. Чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на телеграм-канал «Нескучный Data Science». Там можно будет одним из первых узнать о том, как трансформируется наш сервис, как трансформируется кредитный скоринг в Альфа-банке. Дальше там также можно будет узнать о всех грядущих мероприятиях. Мы также запускаем митапы, запускаем соревнования по анализу данных. И что самое важное, вы можете найти в закрепленных сообщениях обучающий трек, как повторить революцию в кредитном скоринге в вашем банке. Все обучение, естественно, бесплатно, если кто-то вдруг сомневался. Спасибо за вопросы. Голосуйте за мой доклад. Спасибо за внимание. Вопросов еще не было. Голосуйте за мой доклад. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Девчонки, у нас первый вопрос вон там. Такое бывает. Друзья, напоминаю, что когда вам QR-код в конце доклада дают на обратную связь, чем подробнее вы обратную связь оставите, тем лучше будет контент в следующий раз, потому что программный комитет, правда, спикеров со знаком плюс дрючит. Так, у кого микрофон? Признавайтесь. Вот, раз, потом два. Пожалуйста. Юдин Сергей, компания X5. Я обратил внимание на то, что вы работаете над тем, чтобы ускорять обучение модели. При этом, ну, вроде как обученная модель потом просто выдает результат, да? То есть приходит человек, его там отправляют в модель, и она выдает ответ, выдавать ему кредит или нет. А, соответственно, ну, как бы, а в чем смысл ускорения обучения модели? Пусть она там поучится за полгода, и потом 10 лет работает, выдает результаты. Зачем ей обучаться за считанные часы, как будто у вас стоит задача переобучать ее 8 раз в день? Спасибо за вопрос. Первое, наверное, с точки зрения клиента, если модель возвращает результат быстро, это тоже очень важно, потому что у нас среда очень конкурентна. Вот тут до нас Газпромбанк выступал, тут некоторые коллеги из других банков сидят. Поэтому если мы отвечаем клиенту медленно, то он может уйти в другой банк. Раз. С точки зрения этапов обучения модели, чем мы быстрее обучаем модели, тем мы больше экспериментов можем сделать. Чем больше экспериментов мы проведем, тем с лучшим качеством будут работать модели. Потому что машинное обучение — это немножко еще и исследовательская область. Спасибо. Спасибо большое. Так, вот теперь левая часть зала.
привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Ты когда рассказывал про эволюцию моделей, прозвучал один из вызовов, то, что модель должна быть интерпретируемой. И кажется, что после бустинга и сетей это очень сложная задача интерпретировать такую модель. Что в итоге с этим вызовом? Научились ли вы интерпретировать, либо вы объяснили бизнесу, что это невозможно? Спасибо. Интерпретация модели действительно требуется, но не всех. Все модели, которые требуются, чтобы они были интерпретируемыми, по мнению регулятора, они остаются в банке интерпретируемыми, а бизнесовые модели, они могут быть на уровне черного ящика. А бизнесу самое важное, чтобы они просто работали стабильно. Если они работают стабильно, то бизнес счастлив. Это мы покрываем мониторингом этих черных ящиков. Спасибо. Привет, спасибо большое за доклад. Очень интересно было послушать, так как сам в банке работал и подобным занимался. Смотри, вы упомянули, что у вас использовались типа LSTM, BLSTM. Вы пробовали смотреть в сторону трансформеров для того, чтобы как-то учитывать весь предикт? И у меня есть еще несколько вопросов, если... Да, хорошо, можно я последовательно буду отвечать? Да, конечно, пробовали. Мы даже проводили два соревнования по анализу данных. Не только мы пробовали, а еще порядка 500 участников. Вот практика показывает так, что трансформеры в этом случае работают хуже, чем рекуррентные сети. Если было иначе, у нас бы, конечно, бы в продакшене работали трансформеры. Окей, следующий вопрос. ЦБ, тут уже задавали. Центробанк обычно просит интерпретируемость от многих моделей, используемых в банках. Из-за этого люди придерживаются как раз классических моделей, потому что их там как-то можно объяснить. Вон там дерево туда пошло, дерево сюда пошло. Вот. И как вы с этим боролись? Не давил ли на вас регулятор с этим? Да, это повторение вопроса. Ответ такой, что те модели, которые должны быть интерпретируемыми, они остаются интерпретируемыми для регулятора и строятся там с точки зрения методологии регулятора. А внутри бизнесовой модели они могут быть очень сложными, но главное, чтобы они стабильно работали. И давай, наверное, такой провокационный. Вот вы говорили, что у вас был эффект, вы его посчитали от внедрения модели. Как вы его считали? Потому что кажется, что мы можем модель либо внедрить, либо не внедрить. Если мы внедряем, то мы получаем больше денег. Если не внедряем, то как бы деньги теряем. Но мы не можем одновременно это сделать, и непонятно, как это оценивать таким образом. На самом деле очень просто. Первое, мы можем делать оценку качества на ретро-данных, раз. Она очень сильно коррелирует с будущим. Два, мы можем запускать АБ-тесты. В рамках АБ-теста можно поток разделить, на части потока оценить финансовый результат и его аппроксимировать на весь поток. И затем после успешного АБ-теста можно раскататься сразу на всех. Окей, спасибо большое. Спасибо. У кого микрофон? Признавайтесь. Так, ладно. Тогда вот смелый мужчина в розовом. Да. Спасибо за доклад. Если такой... можно, для видео вставайте, пожалуйста. Да. Спасибо большое. Вопрос такой. Вот у вас есть, получается, классическое машинное обучение и нейронная сеть. Сверху стоит какое-то решающее правило. Вот я бы хотел узнать, как вообще вы его сделали. То есть, я так понимаю, это просто типа вес какой-то вы придаете результату модели, складываете, делите пополам и вот... В итоге. Да, хорошо. Смотри, у нас есть действительно нейронные сети, есть классическое машинное обучение, и есть поверх дополнительная модель логистической регрессии, тоже из класса классических моделей, которая их смешивает. То есть, по сути, мы по данным этот вес определяем, какой вес уходит на нейронные сети, а какой вес уходит на классические модели. И у этой логистической регрессии два параметра, типа от одной модели результата, да, от другой? Да. Окей. Ну, я просто думаю, не проще было сделать какое-то тупое решающее правило, типа там вот этой модели там 0,6, потому что она там хуже работает, например, да. А этой там 0,8, например. Примерно так и работает, только эти веса подбираются на основании статистики, а не на основании чего-то экспертного мнения. Нет, понятно, да. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос, возможно, будет глупый, потому что я с анализом данных только рядом, но... В нейронках лучше работает подход как микросервисная архитектура, то есть зоопарк разнообразных специализированных сетей, или наоборот одна большая монолитная, которая все внутри себя обрабатывает? Очень хороший вопрос. Практика показывает, что в данном случае у нас зоопарк работает так же, как и монолит. Мы проводили эксперименты, пока мы не смогли построить монолит лучше. И здесь мы уже сталкиваемся с тем, что данных становится очень много. Если мы делаем монолит, то уже получается там несколько терабайт данных.
Вот. Это все учится сильно дольше, и пока, как практика показывает, не работает лучше. Как только будет работать лучше, конечно же, мы перейдем в монолит. Будь собры. Вот раз, два, три и так далее. Ага. Добрый день, спасибо за доклад. У меня на самом деле несколько вопросов, я себя даже выписал. Вопрос первый. Прозвучала фраза, что вы 1,5 терабайта входящих данных ужимаете до гигабайта. Это вот как? Хотелось бы понять чисто технически. ZIP? Нет, имеется в виду следующее. Нейронная сеть принимает на вход 1,5 терабайта данных, и ей нужно ответить на вопрос, конкретному клиенту выдать кредит, либо нет. А после фильтрации гигабайт остается? Я правильно? Нет, ну не совсем фильтрация, то есть… Нейронная сеть на основании этих данных сначала выучивает некий, можно так сказать, набор правил, по которым нужно преобразовать финальный ответ. Вот на вход мы получаем кучу данных, а на выходе получаем ответ. То есть мы не занимаемся зипированием данных, а мы по данным просто делаем предсказания. И предсказания они занимают вот в 1500 раз меньше места. Я понял. Следующий вопрос. Допустим, как нейросеть будет принимать решение о новом клиенте, к примеру? Или вот человек, я не знаю, получает в Альфе зарплату, но продуктами Альфа он не пользуется. То есть у него просто зарплатный проект, да, ему пришли деньги, он их вывел. Угу. Как по этим людям будет приниматься решение? Смотрите, есть источники данных, которые доступны действительно по клиентам, только это, например, транзакции. Но есть источники данных, которые идут а, из анкеты, то есть человек нам сам о себе рассказывает, б, из бюро кредитных историй. Когда вы заполняете заявку на кредит, то внизу стоит галочка, и там вы соглашаетесь с тем, что банк идет в бюро кредитных историй и узнает о том, как вы раньше себя вели относительно кредитов. Брали, не брали, возвращали, не возвращали, уходили в просрочки, либо не уходили. Понятно. И последний вопрос. Вот у вас было на слайде написано, что более 1 миллиард чистой прибыли, а вы сказали операционный. Это разные понятия. Все-таки хотелось бы понимать. А, чисто операционный доход имеется в виду. А, чисто операционный. Да. Все, хорошо, спасибо. Да, это вот та ситуация, когда, слушай, я инженер, я про деньги вообще не знаю ничего. Мне там что-то... Я инженер, но хочется понимать. Очень хочется, да, и пони, и мать, да, вот это все. Будь добры. Спасибо за доклад. Пару вопросов. Это, я правильно понимаю, офлайн решение? То есть мы заранее готовим данные, а потом на базе этих предсказаний что-то делаем? То, что я рассказывал, да, это действительно офлайн решение. Но за это время мы успели внедрить нейронную сеть и в онлайн. И сейчас там, одна из моделей работает в онлайне. Это необходимо вот как раз в случае бюро кредитных историй, потому что вы получаете данные в моменте, и вам нужно в моменте по ним сделать расчет. Но, например, в случае транзакций нет смысла считать в онлайне, потому что у вас за предыдущий год по клиенту в среднем 200 транзакций, и еще одна доп. Транзакция за текущий день, она сильного профита на оценку кредитного риска не несет. Спасибо. Еще вопрос. Есть ли, как устроена валидация? Ну, то есть, например, мы считаем предсказание, у нас могли фичи как-то сломаться, поменяется распределение, поедет предсказание. Как вы это контролируете? И контролируете ли? Да, конечно, двумя способами. Есть отдельная команда мониторинга, она мониторит входное распределение в продакшене. И, конечно же, как-то по традиции в банке есть выделенный отдел валидации, который перепроверяет модели перед их внедрением. Друзья, у нас 3 минуты, поэтому мы все вопросы не успеем, но спикер доступен в кулуарах, я вам обещаю. Да, пожалуйста. Можно, да? Да. Спасибо за доклад. Было очень интересно. Приятно осознавать, что я буду жить в то время, в котором нейронки будут зарабатывать нам деньги. А теперь к вопросу. Был похожий вопрос уже. Занимается ли ваша модель оценкой входящих данных уже на рабочем примере, на рабочем, вот пришел человек, если у него мало данных или если они противоречивы? Например, у него абсолютно нет там реальной работы, но он уже как-то кредит 1 или 2 закрыл. Занимается ли это ваша модель, или этим другой софт занимается, или это человек принимает решение?
Хороший вопрос. Мы этим занимаемся и прямо, и косвенно. Прямо у нас для этого есть отдел верификации. То есть если вы придете, скажете, что вы Евгений Смирнов, вы, скорее всего, не Евгений Смирнов, посмотрят на вас, сравнят паспортные данные и вам кредит не выдадут. Это прямой способ верификации. Косвенный способ верификации – это через данные. То есть если раньше так случалось, что к нам приходили клиенты с противоречивыми данными и кредиты не выдавали, ой, не возвращали, то, соответственно, статистически получается так, что этим клиентам в будущем, похожим клиентам в будущем, мы кредиты не будем выдавать. То есть это косвенное влияние, прямое влияние. Вот в ручном режиме тоже дополнительно проверяем. Спасибо. Спасибо. Будьте добры. Ага, привет, привет. Спасибо. Слушай, а как взломать этот скоринг? И можешь ли ты дать 2-3 совета, как вот лично мне мой скор сделать лучше? Очень хороший вопрос. Недавно коллеги из ВТБ проводили даже соревнования. Вот. Чтобы взломать кредитный скор, нужно знать веса модели, нужно уметь разрабатывать модели. И, соответственно, можно, если этим всем обладаешь, то под модель подогнать какое-нибудь количество транзакций, которые могут повысить твой скор. Но все бы было плохо, если бы было так просто для банков. Транзакционный модуль, он имеет не такой большой вес, как модуль из бюро кредитных историй, потому что данные о том, как ты раньше действовал в похожих ситуациях, они более говорящие. Взломать бюро кредитных историй, ну, наверное, нужно купить свое, скорее всего. Других способов я не знаю. Но я тебя запомнил, да. Можно, пожалуйста, вот в промсвязь отдать микрофон? Да. Буквально полтора вопроса, друзья, и будем дарить книжку. Спасибо за доклад. Как вы готовитесь к экстремальным ситуациям? То есть, если случилось какое-то событие, и явно нейросеть жизнь к этому не готовила. То есть, например, 24 февраля 2022 года вы отключили все к черту? Или вот что вы делали? Запретили выдачу кредитов? Или вы как-то стали быстро обучать сеть? Там, ну, мне нравится вот это «им». Хороший вопрос. На самом деле я в докладе об этом рассказывал. Мы просто понизили риск аппетит. То есть мы с 24 февраля начали выдавать там, ну, с пониженным риском только кредиты. Ну, то есть какое имеет значение кредитная история, если человек на фронте? Да, очень хороший вопрос. Но это решается на уровне снижения риска и не более того. То есть в моменте у нас данных с фронта не может прийти. Соответственно, мы никакие решения на основании этого принять не можем. И все, что мы можем сделать, это закрутить риск-политику. Как показывает практика, в том числе случай ковида, там тоже были похожие события, которые нужно было отлавливать. Это практика рабочая, потому что на большом количестве клиентов ужесточение кредитной политики с этим справляется. А нет какого-то запасного дерева решений на этот случай, чтобы переключиться на более простые правила? А смотри, получается так, что у тебя и простые правила, и сложные правила, такие как нейронная сеть, работают примерно на одном источнике данных. И от того, что переключишься на простые правила, у тебя точнее не станет. Вот, поэтому мы нейронные сети в таких случаях не отключаем. Спасибо. Спасибо большое. Все, кто задавал вопросы, махните рукой, чтобы можно было легче определиться. Помнишь, какой вопрос? Да, конечно. Мне понравился вопрос про взлом нейронной сети. Хорошо. Отлично. Но мне кажется, да, книжка про компьютерные сети. Спасибо. В компанию, которая занимается железом, прямо бабам. Тебе тоже памятные призы конференции. Друзья, прямо сейчас берете спикера, уводите в кулуары на улице, дозадаете вопросы и следите за программой, в каком зале вам быть через 10-15 минут. Хорошего дня!